Ну что ж, всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Тимис, и со мной сегодня Попкэт, Максим и Жужун, поздоровайтесь. Всем здравствуйте. И сегодня у нас будет обзор на новое обновление в игре Cardialship Tycoon. Не будем тогда затягивать, начинаем. А ты уже подписан на канал Тимиса? Ну-ка, быстро подписался. Так, ну что ж, у нас добавили вот такую вот гоночку. В принципе, прикольно. На ней нам надо дрифтить, чтобы получить вот такую вот машину. Блин, она на Ниву похожа. На дрифтовую. Ну, в принципе, нормально. Так, и сейчас мы еще покажем, что еще добавили. И добавили у нас, получается, вот такой вот кьёниксик. Его цена получается... Сколько? 19,5 лямов. А вот они, ее характеристики. Мы переходим к следующему. И получается, у нас вышел новый Limit Store. У нас тут добавили Nissan S15 Pro, Dodge Ice Charger, которого очень много ждали. Jeep 6x6, Helix 6x6, McLaren Aiton RTR, я не знаю название, как у него там. Ценно. Aston Valkyrie, что-то вот это вот. Петин тапок, которая с вентилятором, да, Golden Mury, вот это. Apollo Project EVO, Yonix KSS XR, Hyperlux, Centered DeEche, да, Noir и 300+. Добавили у нас, получается, в Raps на Dodge Ice Charger, на... Чего еще? На вот этот вентилятор, Golden Mury. И добавили еще... Что у нас? Ну и Apollo Project EVO. Получается, первый врапс вот такой вот на Ice Charger. В принципе, ну такое ощущение, как по нему стреляли. Оно и есть, это я стрелял. Ладно, лично я. Следующий у нас получается Project EVO. У него врапс вообще офигенный. Вот жалко, что он не получил. Тут у нас переливается, типа, на темно-красный. А мне не нравится. Чё, охренел? Не только. Так, и добавили у нас еще вот такой вот врапс. На Golden Mury, или как? Какое у нее там настоящее название? Golden Mury T50. Ну ладно. Вот такой вот врап забавили, в принципе, тоже нормальный. Но мы переходим к следующему. Получается, еще у нас добавили вот такой вот пас за 799 робуксов. Получается, добавили у нас вот такой вот, это что у нас? Это... Mac Murtress Spiraling. Ну да, вот такой вот. Маленькая машина, я даже не в курсе был, что она и в реальной жизни такая маленькая. Ну довольно прям такая маленькая прикольная машинка. Да ты вообще не в курсе была о ней. Ну да, я вообще не в курсе о ней был. А следующий у нас получается McLaren. McLaren Formula, ну ладно. Вот так вот, вот так вот он выглядит. Как-то немного страшненько. И добавили у нас еще чего? Машинка. Lotus. Ну и вот такой вот Lotus. В принципе, такой нормальная машина, да. И мы переходим тогда к следующему. Так, ну что ж, получается, у нас добавили еще вот такой вот Dodge. Его вы можете получить за прохождение вот этого вот ивента вместе с Шлемом. И у нас тут Dodge и Ferrari. Вот такой вот Dodge, вот такой вот Ferrari получается у нас. Прикольно. Мы переходим тогда к кодику. Так, ну что ж, получается, вот он у нас, кодик Xmas 2023, и мы получаем за него 100 тысяч. На этом Здорово! Получается все. Ладно. Получается, Здорово! Тогда на этом все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Тимис, Попкэт, Жужун и Максим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока! Пока! Всем пока!